Прошу всех поделиться эфиром, всех приветствую. 6 вечера, сегодня рабочий день. Я знаю, что, наверное, рано я зашел. Обычно я захожу в 10 вечера по ереванскому времени, но сегодня у меня есть тоже встречи, дела. Мне надо писать еще тексты, поэтому я решил, что лучше я зайду в эфир в 6 вечера. Друзья, у меня будет очень большая к вам просьба. Всем большой привет, лицам разной национальности. Большая просьба поделиться эфиром, потому что напомню, что это необычное время для моего эфира. Софья, большой привет. Гая, привет. Жду чаепития сегодня. Всем-всем добрым людям. Эфир мой будет и грустный, и позитивный, потому что достаточно мое сердце наполнено различными эмоциями, которые являются, с одной стороны, противоречивыми, с другой стороны, естественными. Друзья, во-первых, пока мы увеличиваемся тут в количестве, я имею в виду людей, которые смотрят этот эфир, хочу особо поблагодарить всех, кто делится моими эфирами, кто ставит лайки, комментирует. Последние мои выпуски, вообще последнюю неделю практически все выпуски набирали 500 000 просмотров, 600 тысяч просмотров, 250 тысяч в одной странице, 300 тысяч в другой, за 2, за 3 дня. То есть это все, конечно, благодаря нашим подписчикам и отдельно благодарю тех, кто смотрит в видеохостинге YouTube. Вот, но сегодняшний эфир очень важный. Почему? Потому что резонансные события происходят. Это арест Рубена Вартаняна, это арест наркобарона Карабаха Виталия Баласаняна. И некоторые люди сегодня нападали на моих подписчиков. Преимущественно это были армяне России, армяне Карабаха, которые возмущались тем, что мои подписчики радовались аресту Рубена Вартаняна. Я хотел бы посвятить этот эфир вот событиям, связанным с арестом Рубена Вартаняна и Виталия Баласаняна, и, конечно, событиям в Карабахе. Мы сейчас поговорим также о том, что будет дальше с карабахцами, что будет с жителями Степанакерта, Мартакерта, Мартуни и всех других сел. Но прежде давайте я все-таки начну с соболезнований, которые хочу еще раз выразить всем, кто потерял своих сыновей, братьев и отцов во время вот этой однодневной войны. Я хочу напомнить всем моим братьям и сестрам, моим подписчикам, которые меня поддерживают, которые мне верят, что мы вместе с вами, не только я один, а вот я хочу особо подчеркнуть, с моими подписчиками мы 3 года после войны, мы вместе с вами проделали огромную работу, призывая к миру. Сколько мы провели эфиров, я даже в последнее время делал эфиры уже с лицами азербайджанской национальности. Сколько было написано постов, сколько было выпущено передач, друзья, о том, что нужно сделать все возможное, чтобы сесть за стол переговоров. Нас никто не послушался. Я обращаюсь ко всем семьям, которые потеряли своих сыновей. Я понимаю глубину боли. И многие из вас, наверное, думают, что я пофигист, пижон, что я уверенно говорю, и мне все равно, что, где. В эти минуты, каждую минуту, каждую секунду я с людьми, которые с ожогами лежат в больнице. И можете верить в это, можете не верить, но сегодня я могу точно сказать, что я не могу в своих эфирах разносить депрессию, боль, слезы. Да, я не могу показывать это. Но сегодня я решил сказать об этом, что все, что вы видите, мои улыбки, мою уверенность, мои поездки по регионам, по другим странам, все это лишь работа в эфире. Но реальность такая, которую я не показываю, это реальность, наполненная болью. Потому что сегодня сотни ребят, 290 парней с ожогами лежат в больницах Степанакерта и Еревана. И в этом виновата власть Карабаха. Потому что эти ожоги
Ребята получили почему? Потому что власти нет в Карабахе, да, потому что у нас есть наркобарон Виталий Баласанян, которого наконец-то арестовали. У нас есть мразь Рубен Вартанян, который убегает вместо того, чтобы парням помочь с ожогами, да. Ребят, парни, которые сейчас лежат в больницах, лежат по вине Виталия Баласаняна, чмошника Рубена Вартаняна, которого кто-то вздумал защищать на моих страницах. Кто-то вздумал, какие-то сучки из России и Арцаха, мои подписчики, которые ко мне относятся хорошо, вздумали защищать Рубена? Вы что, сошли с ума? Вы кого защищаете? У нас прямо сейчас ребята с ожогами лежат в больнице, на которых плевать было Рубену Вартаняну, который убегал. Вы о ком должны сейчас думать? Вы о ком должны молиться? О невинных гражданах, которые ждали бензин, чтобы уехать, и умерли в огне, или сейчас могут умереть? Вы вообще в курсах, да, что люди, которые получают ожоги, как правило, умирают на третий, пятый, четвертый день? То есть сейчас мы должны молиться за тех, кому нужны наши молитвы. Это ребята невинные, которые получили ожоги и лежат в больнице. Вы о ком вообще говорите? Наши сердца, наши переживания, наши молитвы должны быть с ребятами, которые получили ожоги, за которых молятся их мамы. Эти красивые ребята, которые получили ожоги. Кто-то лицо обжег, понимаете? Понимаете, что это за травма? И вы смеете мне говорить, что я радуюсь по поводу какого-то Рубена? Я сейчас вам скажу, какое я имею отношение к радости или грусти Рубена Вартаняна. И мне кажется, что некоторые люди настолько циничные, что не понимают разницу между злом и добром. Ведь почему мы столько жертв понесли? И не потому, что Россия плохая или Азербайджан, потому что в первую очередь мы не понимаем разницу между злом и добром. Мы не понимаем эту разницу. И мы не можем понять одну простую вещь, что есть два государства. Это Армения, наша родина, которую мы любим и за которую душу дадим. И соседнее государство, Азербайджан, где есть своя политическая система, свои государственные институты. И вы что, думаете, что Азербайджан Виталия Баласаняна посадит себе на голову и скажет, продавай наркотики? Это мы допустили, чтобы Виталий Баласанян нашу молодежь портил. Это мы допустили, чтобы Виталий Баласанян половину армянских парней сделал наркоманами. А видите, Алиев категорически против, чтобы Вито Баласанян и у него же целая группа наркоторговцев, чтобы они занимались распространением наркотиков в Азербайджане. Мы почему должны жалеть Виталия Баласаняна? Что мы требуем от соседнего государства, чтобы Алиев позволил Вито Баласаняну продавать наркотики? Это в Карабахе уроды моральные, которые своего наркобарона хвалят. А мы почему должны хвалить наркобарона? Николай Гахпитаван Гурмендранговен, Канерекет Барисамар. Теперь дальше. Те люди, которые нападают на меня, что якобы я не переживаю за Рубена Вартаняна. Эй, ребята! Рубен Вартанян человек, который не поднял трубку, когда ему звонил Левон Гайрапетян. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто защищает эту тварь. Это тот мужик, который не взял трубку Левона Гайрапетяна. Левон Гайрапетян умирал в тюрьме, а те вот, кто защищает Рубена, ваш любимый Рубен, не взял трубку. Вы чего защищаете Рубена? Вы, когда защищаете Рубена, вы что, отрекаетесь от Левона Гайрапетяна? Вы что, отвернулись от Левона Гайрапетяна и защищаете Рубена, который не поднял трубку? Тот, кто будет защищать Рубена, проклятие Левона Гайрапетяна коснутся его тоже. Потому что Левон Гайрапетян проклял всех, кто от него отвернулся. И Рубена Вартаняна тоже проклял.
и проклял всех, кто не вышел на улицы, перекрывать улицы. Айн Гарабахцик, овкер чанапарнер им пакум Ереванум. Это лав чанапар пакурек. Баньчи чест чанапара пакел, Елевон Хайрапецанин Барнерин. Господа карабахцы, которые перекрывают улицы, с такими жопами и животами вы выходите, перекрываете улицы Еревана. А вот эти свои жопы жирные, вы не могли вытащить на улицы Степанакерта и Еревана, когда Левон Хайрапецян был под арестом? Вы тогда был Бако и Серж президентами. Вы не могли перекрыть улицы и сказать, вытащи этого мужика из тюрьмы? Я обращаюсь к карабахцам, которые пытаются тут снести власть. Вы где были? Вот так вы классно ломаете машины ереванцев, перекрываете улицы. Вы где были, когда так важно было выйти и перекрыть эти чертовы улицы? Тогда вы не выходили, нет? А теперь вы будете что мне, защищать Рубена, который убил своей тишиной, своим безмолвием Левона Хайрапетяна? Теперь Рубен Вартанян пусть посидит в тюрьме, эта сука конченая, и почувствует, что чувствовал наш отец, когда умирал в тюрьме. Пусть посидит в тюрьме и почувствует, как плакал Левон Хайрапетян. Вы чего будете жалеть Рубена и мне претензии предъявлять из России, из Карабаха? Ни разу Рубен Вартанян не сказал, что он проклинает тех, кто убил Вазгена Саркисяна. Ни разу ваш любимый Рубен Вартанян не сказал, что он сожалеет, что убили Карена Демирчана. Вы кого защищаете, эй? Того, кто не жалеет Демирчана и Вазгена Саркисяна? Ни разу Рубен Вартанян не сказал, что ему стыдно, что солдат Армении всю жизнь использовали как рабов в Карабахе. Вы хотите жалеть Рубена, который не жалеет наших солдат? Рубен Вартанян, сука, которая в течение суток шли боевые действия, не взял оружие защитить наших женщин, наших детей. Наши ребята 18-20 лет, обычные парни, одни воевали, достойно воевали на постах. А где был ваш Рубен Вартанян? Громадная лошадь не мог взять автомата? Вы кого защищаете? Вы защищаете мужика, который за 24 часа в суток не мог взять автомат, защищать женщин, да? Кого вы защищаете? Человека, который за год 100 долларов не подарил карабахцам? Вы его защищаете? Человека, который в столь страшный момент, за сутки до выборов в Ереване, идет запись, делает перед памятником «Мы и наши горы» и говорит: «Ереванцы, голосуйте за Маны Танделян». Правильно сделали ереванцы, что сунули твою Маны Танделян в одну дырку, блядь, и даже голос один не дал. Правильно, цава таным ереванцы нерин. Вот ботов кациентовен Маны Танделянин. Ерек токус чиавак или цыганкан. Лявен арел ереванцик. Уткелен рубени чакатин. Кого ты защищаешь, Рубена, который пришел в Карабахе, все разрушил, и сидит из Карабаха, это тварь, еще разрушает Армению, ты защищаешь Рубена? Молодцы наши соседи, что арестовали этого сына шлюхи. Понял, кто меня смотрит? Кто там защищает Рубена? Молодцы, соседняя страна, что этого сына шлюхи арестовали. Пусть сдохнет в тюрьме. Кто там будет защищать эту тварь? Дальше. Вы говорите, что Рубена Вартаняна кто-то отпустит. Карабахцы надеются, что Рубена Вартаняна отпустит из бакинской тюрьмы. Те карабахцы и армяне России, которые любят Рубена Вартаняна,
Сообщаю вам стопроцентную информацию, что Рубен Вартанян не выйдет из бакинской тюрьмы. То есть это точная информация, да, потому что Азербайджан хорошо запомнил видео Рубена Вартаняна. Вы вообще не видели, да, что сказал Рубен Вартанян? Вот почему вообще арестовали Рубена Вартаняна? Я сейчас просто рассказываю, чтобы вы понимали, что больше он не выйдет из бакинской тюрьмы. Все! А потому что Рубен Вартанян угрожал соседнему государству, что он, Рубен Вартанян, устроит немезис. То есть он будет убивать азербайджанских дипломатов по всему миру. То есть Рубен Вартанян пригрозил азербайджанским послам и чиновникам, что он по всему миру их будет убивать, и поэтому Алиев ни при каких обстоятельствах Рубена не отпустит. Потому что если Алиев отпустит Рубена Вартаняна, это будет означать, что Рубен Вартанян, который пригрозил зарезать азербайджанских чиновников, может это реализовать. Поэтому Азербайджан его не будет отпускать. Более того, как это странно не звучит, но сегодня все заинтересованы в смерти Рубена Вартаняна. Все. Вот некоторые говорят... Россия вытащит Рубена? Нет! Россия даже палец о палец не будет ударять, чтобы вытащить Рубена. Знаете почему? Знаете? Потому что большая часть друзей Рубена Вартаняна, которая занималась финансовыми махинациями в России и по всему миру, убита. Այսինքն մեծ մասը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերները, ով իր հետ միտեղ փողեր են գողացել Պուտինի համար, սպանված են. И многие бизнес-партнеры Рубена, которые хотели бы отнять акции Рубена Вартаняна, многие бизнес-партнеры Рубена, которые делали грязные дела с Рубеном Вартаняном, сегодня заинтересованы максимально в том, чтобы Рубен Вартанян сидел в бакинской тюрьме и желательно нечаянно там умер. Это правда. Это чистая правда. Что бизнес-партнеры Рубена хотят его смерти в бакинской тюрьме. Именно поэтому год тому назад, когда Рубен Вартанян приехал в Арцах, у него было очень плохое настроение. И я единственный блогер, который говорил о том, что Рубен Вартанян находится в депрессии. И я единственный блогер, который говорил, что сестра Рубена Вартаняна бегает по всему Еревану и говорит без настроения, что это не то, что хотел Рубен, то есть Рубен не хотел ехать в Карабах, что его заставили русские поехать, то есть они ему пригрозили, они сказали, мы тебя убьем или езжай. И Рубен вынужденно поехал в Карабах. И Рубен поэтому был без настроения, поэтому был разбит. И Россия кинула Рубена Вартаняна. Россия зафиксировала, что Рубен Вартанян опозорился на выборах в Ереване. Да? Мы должны это зафиксировать, что Россия посмотрела на результаты выборов в Ереване и поняла, что это использованный презерватив по имени Рубен Вартанян. Больше он не нужен. Россия сдала своего агента, он ей не нужен. И вы все заблуждаетесь, когда говорите, что Россия вытащит Рубена Вартаняна. Нет! Потому что месяц тому назад Рубен Вартанян дал интервью ведущему армянского радиоканала «Ван», где сказал, что Азербайджан ждет немезис. И Азербайджан заявил, что он этого не простит Рубену Вартаняну. То есть угрозу убийства по всему миру азербайджанских дипломатов Алиев прощать не собирается. Поэтому те, кто думают, что кто-либо может вытащить Рубена Вартаняна из бакинской тюрьмы, забудьте про это. Двигаемся дальше. Несомненно, это потрясающая новость, что Виталий Баласанян арестован.
Я, правда, не знаю, арестовала ли азербайджанская полиция Метаксию, потому что я думаю, что Метаксия, депутат национального собрания, ей хотелось бы быть с Виталием Баласаняном. Да, она замужняя женщина, у нее есть муж, но в Степанакерте все знают, что Метаксия при живом муже очень весело жила с Виталием Баласаняном. И я думаю, что Метаксия хотела бы остаться не с мужем, а с дорогим, прекрасным генерал-майором Виталием Баласаняном. Когда-то Метаксия звонила на пресс-конференцию Пашиняна и пыталась его оскорбить. Метаксия, если ты смотришь мой эфир, послушай, дрянь, ты пыталась смеяться над Пашиняном на пресс-конференции Пашиняна. А сегодня Бог посмеялся над твоим любовником, генерал-майором Вито Баласаняном. А, наверное, тебе сейчас будет грустно. А, наверное, тебе было скучно спать с мужем. А, и было весело спать с генерал-майором. Поэтому обратись, пожалуйста, с открытым письмом к Ильхаму Алиеву, что тебе веселее жить не с мужем, да, которого ты опозорила в Степанакерте, а что тебе хотелось бы жить в одной камере с любимым генерал-майором. Говорят, Алиев иногда бывает добрый. Что, если он позволит депутата царского парламента поместить в камеру к Виталию Баласаняну? Я думаю, что азербайджанский президент может проявить такую щедрость души и пойти на этот шаг, вот. И я думаю, что решение остается, конечно же, за правоохранительными органами соседнего государства. Двигаемся дальше. Для армянских государственных институтов, для армянской государственности очень полезно, чтобы любые элементы, которые действуют против армянских государственных институтов, оказались в тюрьме. В какой тюрьме, той или той, для меня, честно говоря, это не имеет значения. Любой армянин или армянка, которые ведут противогосударственную деятельность, а сегодня Виталий Баласанян, его родственники являются распространителями наркотиков, должны оказаться в тюрьме. Какие вопросы? Какие вопросы? Нас все должно радовать, если на территории Азербайджана или Армении кто-то, кто принес огромное количество горя нам, армянам, получит от Бога пощечину. Его не Азербайджан арестовал. Почему ты думаешь, что Алиев его арестовал? Вы почему думаете, а, что Рубена Вартаняна Алиев арестовал или Виталий Баласанян? Это Бог арестовал их. Бог за все, что они сделали. Кто там жалеет, а? Кто там жалеет Виталия Баласаняна, а? 30 лет армянских солдат использовали в качестве рабов, чтобы строить дворцы Моси, который здесь веселится в Ереване. Очень жаль, что Моси не окажется в бакинской тюрьме. 35 лет они мучили солдат из Армении. Никто пусть из вас их не жалеет. Наши женщины, которые единственного сына отправили служить в Карабах. И Виталий Баласанян, ты тварь, использовал этих детей для строительства домов и дворцов? Кто жалеет этого наркомана, а? А и Виталий Баласанян, который брал детей из деревень Армении, использовал, избивал. Сейчас Бог изобьет Виталия Баласаняна. Пусть Бог побьет всех, кто принес слезы моему народу. Пусть Бог накажет каждого карабахского чиновника, который бил парней из бедных семей. Вот вы поймите правильно, мне нет дела до чиновников. Я человек из простой семьи. И я защищаю простых людей. Дук петка гасканак самят. Им мы тацо уцунс вообще бунца ашхатум.
Եվ այսօր ես գնում եմ, մտնում եմ ինչ որ մի գյուղ, մի հատ մայրիկի հայրիկի սիրտը, ու մեր երեխան ուղարկել է Ղարաբաղ, այնտեղից ձիակ են բերել, քանի որ սպանել են այդ երեխուն, բռնաբարել են այդ երեխուն, որպես ստրուկ են օգտագործել, ու դա արել են այս բոզի տղերքը, Վիտալի Բալասանյանի հետ միասին։ Այսինքն, ու մին եք դու խղճում, տղա ջան, քույրիկ ջան, ու մին ես դու խղճում, դրան ով քեզ կյանքում չի խղճա, кого ты жалеешь, того, кто мучил твоих детей, того, кто воровал деньги Армении, того, кто обманывал правительство Армении? Я считаю, что для Армении очень важно, чтобы у нас была борьба с наркоманами, с криминальными явлениями, да? Это Россия не воюет с этими элементами. Вот мы можем как угодно относиться к соседнему государству, но в соседнем государстве очень жестко наказывают наркодилеров, криминальных вот таких авторитетов. Если это мечен карм бернек дранск нерекели им эсхоски хамар, это мес дзверчунек бернек эт бандит нерин Ереваном. Уремен лавто хареван нере берне, не маинч анем. Եթե մեզ ձվերչունեք Երևանում գնանք, ասեք Մոսի, դու այդքան փող ես գողացել Ղարաբաղում, մեր պետությունը չի կարում, չէ, բռնի, մեր պետությունը չի կարում Օգանովսկում բռնի, ասի դու մարտի 1-ին այդքան մարդ ես սպանել, ես ո՞նց ես ման գալիս Երևանով, մեր պետությունը դա չի անում, մեր պետությունը թույլ է տալիս, որ սաղ բանդիտները ման գան, մեր պետությունը թույլ է տալիս, որ հազարից ավելի օբյեկտ լինի Երևանում եւ ոչ մեկ կառավարությունը հարց չի տալիս։ Ինչի պետք է Արմավիրի մարզում, Շիրակի մարզում, Լորիի մարզում մարդիկ մի հատ տղա ունեն կորցնել ու ապրեն շատ վատ։ Իսկ քեզ Երևանում 1000 օբյեկտ ունես ու դու չես կարող մի հատ հարց տաս։ Ոնց է ստացվում, որ քո գյուղի երեխան գնում է զոհվում է Ղարաբաղում ու իր ծնողները շատ վատ են ապրում։ Իսկ 1000 հատ օբյեկտ ունես Երևանում, մեկը դու չես կարող ձեռից վերցնել, չես կարող մի հատ ձեռդ խփես, ասես կոնֆիսկացիա եմ անելու։ Սա է շատ կարևոր ասել դրա մասին։ Ու այո, դա действительно мои подписчики радуются аресту Рубена Вартаняна. Я целую в щёчки моих всех подписчиков. Не слушайте, кто вам что говорит. Если ваше сердце радуется, что Рубена арестовали, значит вы правы. Никто вам не может ничего говорить. Никто. Вы, люди, которые 35 лет видели горе от Бако, от Виталия Баласаняна, от Рубена, вы имеете право, мои братья и сестры, один раз, один день порадоваться, что возмездие наступило над теми, кто 35 лет над нашими братьями и отцами издевается. Ясно? Ինչի ենք մենք այս օրին հասել, քանի որ սա Ղարաբաղը հայ զինվորի արդյունքներով լցված է, որ 35 տարի որպես ստրուկ օգտագործել են դղյակ սարքելու համար, ու այդ զինվորները այնքան են լացել, 2 տարի նեղ աշխատելով, միած սուպ էին տալիս, օգտագործում են էշի նման, ծեծում էին, այդ երեխայքը այնքան լացել են, որ սա Ղարաբաղի տարածքը արդյունքով լցված է, ու դրա համար Աստված մեզ պատժել է, ու դրա համար պետք չի զարմանալ, ինչա կատարվում, հիմա կարևորը որն է, որ մենք հասարակ մարդկանց մոտ կայնած լինենք, պարյադիշն մարդկանց մոտ կայնած լինենք, այն տատիկները, այն երեխաները, այն մայրիկները, այն մարդիկ, ովքեր չեն ոչ մի բան թալանել, դրանք բոլորը մեր եղբայրներն են եւ քույրներն են, եւ մենք իմիջիալոց ասեմ, ես այսօր էլ պայմանավորվում եմ Անահիտ Բարսեգյան будет помогать, будет из Украины девочка помогать, երկու հոգու մենք օգնում ենք, Գևորգին եւ Սեվանից մի հատ տղա կա Դավիթ անունով, երկու հոգու Արցախում մենք օգնում ենք, ովքեր երեխաների հետ տեղափոխվել են Հայաստան, եւ մենք շահնակում ենք դա անել, բայց մի խղճակ, то есть не жалейте преступников, пожалуйста,
Пожалуйста, не жалейте преступников. Теперь дальше двигаемся. Что касается ситуации в Карабахе. Карабахцы не получат никакого статуса беженцев в Европе. То есть передайте нашим подписчикам, что никто, ни один житель Карабаха не получит статус беженца ни в Канаде, ни во Франции, ни в США. И об этом уже ясно сказано мировым сообществом. Это раз. Во-вторых, те карабахцы, которые приехали в Армению и чувствуют здесь себя безопасно и комфортно, у них есть права человека. И права человека армянской национальности, который с Карабаха переехал в Армению, должны соблюдаться. Я хочу поблагодарить и Анаит Аванесян, и министра соцап Нахарар наш, и Назели Багдасарян, и все правительство. Посмотрите, как они встречают и как обеспечивают карабахцев. Я также напомню, что на данный момент из Карабаха в Армению заехало 58 тысяч человек. Из 58 тысяч человек 90% сказали, что им не нужно никакое социальное жилье, и они будут жить за свой счет. Это очень радостный факт, потому что это означает, что у 90% карабахцев есть хорошие финансовые резервы, и они потянут жить за свой счет, чему я искренне рад. Это хорошо, пусть живут за свой счет, это очень круто, что 90% будут жить за свой счет. Статус беженца они получать не будут. Те карабахцы, которые захотят, уедут в Россию к любимому Путину, так как карабахцы видели, что целый год русские солдаты у них берут взятку в Карабахе, возможно, что им очень нравится русский человек, русская душа. И если карабахцу нравится жить с русским, который над ним издевался, то карабахец может жить в матушке России, и никто не имеет права запрещать это делать человеку. Напомню, что те карабахцы, которые захотят, могут, и я считаю, что должны вернуться и жить в своих домах в Карабахе. Как это должно происходить? Так, как говорит Европа и США. Не так, как говорит отдельно взятый участник этого конфликта, потому что у нас очень большая боль. И мы видим, да, что я говорил, что люди из Карабаха, посмотрите, уже почти 60 тысяч выехало. То есть люди не хотят там жить. Но для того, чтобы карабахцы жили в Карабахе, они, карабахцы, должны иметь 100% гарантии и спокойствие, чтобы жить в Карабахе. Армения делает и делала все для того, чтобы карабахцы могли спокойно жить на своей земле. И мы видим, что Эрдоган официально заявил, что Зангезурский коридор пройдет через Иран, если не договорятся с Арменией. Я напомню, что Армения не против, даже наоборот, за открытие всех этих коридоров, но чтобы на территории Армении стояли только и только армянские пограничники. Сейчас будут новые переговоры с Алиевым за рубежом, вы знаете, да, это в начале октября будет. Давайте будем надеяться, есть такие сведения, сейчас были встречи с Гаджиевым, есть такая информация, что Армения и Азербайджан готовы пойти на компромиссные решения. Что это означает? Это означает, что, возможно, какие-то необычные решения получим мы, которые устроят и армянскую, и азербайджанскую сторону. Но то, что ни при каких обстоятельствах русских там не будет, это 100%. То есть там не может стоять ФСБ России. Да? Посмотрим, как Алиев смотрит на все это. Вот. Абсолютно точно я писал сегодня, что цены в Сюнике продолжат дорожать, вот и квартиры, и земельные участки, это правда. И все мои подписчики, которые уже купили квартиры, они фиксируют подорожание жилья и будут это фиксировать. Вот. Что касается Сюника, никто туда не зайдет, ни один метр не заберут, и азербайджанские войска 100% отойдут от Джермука, но это будет сделано в результате делимитации, то есть в результате компромиссных опять решений, о которых говорит Гаджиев в том числе,
и Армен Григорян. Это означает, что там есть вопрос вот этих анклавов. У нас есть большой анклав Арцвашен на территории Азербайджана, которая находится на территории Азербайджана. У азербайджанцев есть маленькие анклавы, о которых они все время говорят. Как этот вопрос будет решаться? Как мне кажется, этот вопрос возможно решить обменом вот этого Арцвашена, да, на эти анклавы. То есть на ту часть анклавов, которые совпадают, да, совпадают. Это как один из вариантов, которые совпадают по количеству квадратных метров с Арцвашеном. То есть Арцвашен отдать Азербайджану, а Азербайджан ровно такой же кусок, такую же территорию из своих анклавов отдают Армению. Но это как один из вариантов, да, как один из вариантов. Вот. Я думаю, что это будет правильно, но это лишь мои мысли, потому что я блогер, а не представитель власти. Я не знаю, что в голове, да, там у лидеров страны. Война закончилась, войны больше не будет. И я очень надеюсь, что мы услышим 4-5 числа, что начинается процесс делимитации. И я очень надеюсь, что Пашинян и Алиев дадут приказ отвести все войска от границы. Это то, о чем я мечтаю. Это то, чего я хочу, чтобы азербайджанские и армянские солдаты ушли с границы. Чтобы азербайджанские родители и армянские родители могли спокойно спать. Чтобы армянские и азербайджанские родители спали, зная, что их ребенок спит в воинской части, а не спит, а не стоит на посту, да, видя, что на него смотрит армянский или азербайджанский снайпер. В Азербайджане тоже сейчас очень много жертв. Есть без вести пропавшие, есть раненые, около 550 человек, если я не ошибаюсь. По поводу погибших я, честно говоря, не очень доверяю информации Минобороны Азербайджана, но, видимо, примерно то количество, которое они называют, может быть, я думаю, больше на человек 100, потому что обычно азербайджанская Минобороны говорит меньше, чем есть. Но при любом раскладе этих жертв много, и это означает, что так продолжаться больше не может, понимаете? Так не может продолжаться. Теперь, что касается последней темы, пожара в Карабахе. По поводу пожара, что я хочу сказать, что с Карабахом мне рассказывают о том, что вот за 10 минут до взрыва на этой станции стояло почти 1000 человек. То есть, представьте себе, никто не организовывает раздачу бензина, почти 1000 человек скукоживаются в одной куче, нет никакой власти, да, нет никакой власти. И люди курят, то есть массово люди курили сигареты прямо там, где разливался бензин. Это 100% информация. Я не говорю, что это сделал Азербайджан, Россия. Я не буду говорить, что этого не может быть. Я не знаю, что произошло. Но я говорю о том, что все карабахцы мне в один голос говорят, что там был бардак, что люди столкались, материли друг друга, курили сигареты. И все мои друзья говорят, сходится во мнении, что были нарушены все правила, которые только можно нарушить. Вот все, что можно нарушить, да, там было нарушено. Իրանք ասում են գնանք, մի քիչ էլ անվճար վերցնենք ու գնացել են դեղ մերել, պատկերացնում եք։ Да, так что вот почему-то вот мои источники все сходятся в том, что там был бардак, что никакой власти нет, этот орёт «дай мне бензин», этот орёт, что моя мама там больная, надо побыстрее мне уехать, этот орёт, что у меня там дети, да? Дорогие друзья, спасибо большое, что делитесь эфиром, заходите в эфир. Еще раз напомню моим подписчикам, что если вас радует, что арестовали тех, кто мучил представителей нашего народа, воевал против армянского государства, если кто-либо на вас будет вякать,
что не радуйтесь тому, что арестовали Виталия Баласаняна или Рубена. Посылайте их на три буквы. Рубен Вартанян где был, когда наши солдаты так нуждались в его поддержке? Где был Рубен Вартанян, когда в его поддержке нуждался Левон Харапетян? Где он был, когда мы, народ, который легитимно выбрал премьер-министра, нуждался в том, чтобы он уважал мнение этого народа? Рубен Вартанян не уважает мнение армянского народа. Вы сейчас видели, как опозорились карабахский клан и дашнаки, которые не сумели никого свергнуть? Это мнение нашего народа. И мнение этого нашего народа этот моральный урод Рубен Вартанян не уважает. Вы кого защищаете, ребята? Всех люблю. Спасибо большое за поддержку. Все эти репосты, лайки, это благодаря вам. Я не буду никогда артачиться, я не буду болеть звездной болезнью. Я знаю свое место, что если бы не вы, если бы не ваша поддержка, у меня не было бы такого количества просмотров. Я клянусь вам Богом, что я ценю каждого, кто все эти годы меня поддерживает. И вы никогда не увидите, чтобы я заболел звездной болезнью или заортачился. Я всегда ценю и буду ценить добро каждого человека.